Выпускники детдомов, которые не платят за коммунальные услуги, могут лишиться права на приватизацию своих квартир. Речь идет о квартирах, предоставленных по договору найма специализированного жилфонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В Елизовской районной администрации предупреждают, что в октябре начался мониторинг таких квартир относительно задолженности по коммунальным услугам. Если долги накопились за 6 месяцев, то у сирот могут возникнуть трудности в дальнейшей приватизации муниципального жилья. Подробности по телефону 7-32-88 и на сайте администрации Елизовского района.